Существенные ограничения для некоторых российских туристов могут снять в ближайшее время. В Министерстве иностранных дел сегодня обнадежили россиян. Об открытии полетов чартеров в Египет заявил замглавы МИДа Михаил Богданов. Теперь его цитируют все новостные агентства страны. Речь идет о полетах на египетские курорты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Богданов сообщил, что в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в южную страну удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу. Цитата. «Все идет по плану, думаю, скоро объявят. Все практически предрешено». Конец цитаты. Полеты на курорты Египта были прерваны 6 лет назад, и сегодняшняя новость – это долгожданная надежда для российских туристов, тем более после недавнего объявления о закрытии еще и Турции. Конечно, мы все с нетерпением ждем альтернативных направлений от Турции, то есть это такие, как Тунис, Греция, Кипр и, естественно, всеми любимый Египет. Но пока вот никакой конкретики нет, то есть пока это все на уровне разговоров, на уровне слухов, официальных пока никаких данных нет.